первые минуты, в первом тайме мы, так сказать, привыкали к полю. Какие-то неоправданные такие действия были у нашей команды. Но, видно, мяч скользил, да, и, значит, не могли мы подстроиться. Ну, играли, значит, соответственно, опять снова вторым номером, старались выбегать, да, в быстрой атаке. Но чуть-чуть не получалось. Могу сказать, что, в принципе, и Кубань не создала ни одного момента в первом тайме, да, там, какие-то там навесы, которые мы старались там блокировать. Ну, а во втором тайме такая пошла, наверное, чуть поинтереснее игра, и Кубань добавила, значит, заменами освежили, да, и мобильно вышли и Хубулов, значит, и Маляров, да, Никита придал скорости. Значит, ну, а, соответственно, пошли отрисковать они, появились зоны, и мы начали тоже контратаковать. Ну и, наверное, так бы дотерпели до конца, да, и где-то свой шанс бы нашли, если бы, конечно, не вмешался судья, который не выпустил игрока. Почему-то непонятно. А так развивается по нашему правому краю, значит, Кубань имеется в виду. Он стоит на бровке, просит замену, он не выпускает. Я думаю, это подарил гол он. Значит, ну и ребята, могу только сказать благодарность. Терпели, ждали свой момент, нашли, да, и забили, я считаю, что хороший гол. Это, я думаю, ничья на сильной победе. Ну, мужики молодцы мои. Значит, адаптация такая, да, знаете, жара. Нам тоже мы улетали, там у нас дождь, холод. И, в принципе, ну, слова благодарности и низкий поклон. Ну, конечно, мы видели, приехали, у нас в заявке 16 человек, ну, плюс вместе с лотарями было. Значит, 14 полевых и 2, значит, вратаря. Конечно, не хватало, и в опорной зоне видели, да, Пономаренко. Ну, еще и залечивают травмы у нас Рябко плюс Гриднев, да. Сейчас вот на флажке мы еще усилили, заявили, значит, Петракова Юру тоже в опорную зону. Ну, тут мы укрепляем, потому что очень тяжело, значит, тому же на Садюку сегодня было одному там справляться. Еще он и нервничал. Вот, ну, есть вот, видите, другие вышли. Ваня Невалда после долгого возвращения вышел, да, такой объем работы сделал. Даже под конец у него там ножки тоже свело. Ну, это все идет от адаптации, перелеты. Это вы поймите, мы-то летаем туда-сюда, мы сейчас полетим, мы двое суток будем находиться в самолете, говорится, в космосе, как некоторые говорят. И у нас опять игра с тяжелым соперником, Факелом, который, да, сейчас две победы у него идет практически на первом месте. Так что потеря есть. Ну, думаю, к домашнему у нас чуть-чуть народ появится, и уже можно что-то будет творчески мне лепить.